Get over here! Итак, чтобы сделать монетки, нам нужно вот назвать, нужно взять немного косточек у скелетов с боевой арены и также немножко опыта. Мы дальше переделываем эти косточки вот тут. Да. Более чем 99 получается. Можно также потом как-нибудь, я не знаю, как это делать. Ну, короче, чуть дальше мы просто тапаем всеми этими стаками. И переназываем, как написано на табличке. И дальше можете идти на рынок. Ошибочная броня тут есть? И дальше можно... В общем, короче, вы сами видите мою деятельность. Казиношка забилась, так что как только я сделаю сервер публичным, я подумал, а зачем мне нужен Телеграм, если в омлете можно добавить его. А ладно, пусть будет. Так, у меня что, сейчас мирная стоит? Где был портал в Незер? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать это.